Английские маффины – это маленькие булочки. Их можно разрезать вдоль на две половинки, подавать с маслом, беконом или сладким джемом, к завтраку или пятичасовому чаю. Тесто для маффинов можно замесить вечером, поместить в миску, накрыть пищевой пленкой, поставить в холодильник. Утром поставьте тесто в теплое место на 15 минут. Затем маффины можно запечь в духовке или пожарить на сковороде. Английские маффины можно также подавать с яйцом пашот. Подготовьте необходимые ингредиенты. Свежие дрожжи и сахар растворите в теплом молоке, поставьте в теплое место до появления пенной шапочки. Муку просите в миску. В центре муки сделайте углубление, влейте подошедшие дрожжи, добавьте яйцо, растопленное сливочное масло, соль. Замесите мягкое тесто, не липнущее к рукам. Накройте тесто миской, оставьте в теплом месте на 1 час. Тесто обомните. Рабочую поверхность присыпьте кукурузной мукой, тесто также присыпьте мукой и раскатайте в пласт, толщиной 1,5 см. С помощью стакана или круглой формочки вырубите кружки. Переложите заготовки на противень с пергаментом для выпечки. Поставьте запекаться в разогретую духовку при 180 градусах на 15 минут.